Считается, что зэки любят больше шансон, осужденные, да, любят больше шансон. Это не соответствует действительности? Я специальную программу для зэков подготавливал и не готовился. Я делаю то, что должно быть за стеной этого, скажем, сооружения. Тема одна. Как надо красиво жить, как надо любить жизнь, как надо жить мужчиной, как красиво быть папой, мужем. По-моему, в татарском, будем говорить, в наших концертных программах таких песен я ни от одного нашего артиста не слышал. В российских программах под шансон многие играют. Но шансон ведь он и хорошая песня, там не обязательно тюремный уклон. Там тюремный уклон, может, 5% шансон. Но это же и хорошо, что у татар не востребованы такие песни, наверное. К сожалению, 50% татар здесь сидят. Салават Асхатдина! Я немножко проинформирован с вашим образом жизни. Почему? Потому что мой отец просидел 4 раза. Тогда было, когда мы были маленькие, я помню, я как школьник помню, это была самая популярная статья. С одной статьей 4 раза. Представляешь? 206-я. 4 раза. Тогда было 206, сейчас 213, да, как сейчас уже. Ну, за хулиганство. Я один раз выступал, я сказал, это было смешно, все смеялись. Я говорю, мой отец сидел 4 раза и 4 раза ни за что. Один студент говорит, во сколько будем поступать с Лазакевич? Я говорю, с 2 часов. С 2 начнем выступать. Он говорит, а у них в это время тихий час не бывает? Ну, ребенок, студент, Саша, 2-й курс. Так что я больше проинформирован в этом плане. Отец есть, он умер 54 года. Очень, сейчас мне 58. Я уже старше отца по возрасту. Но я все равно люблю, как будто он для меня живой, я с ним общаюсь. Я как приеду в деревню, вот царь Филипп сразу первым делом на кладбище. С ним разговариваю, отчитываюсь. Так надо. Я чувствую, вы тоже немного напряжены. Я потом понял, что я не тот костюм одел. Я полос опасно тут. Беджика только не хватает. Ну ладно. Давай так сделаем. Я лучше сейчас. У меня песен много, но у вас времени тоже много. Я могу спеть еще раз, но, наверное, все-таки и мне будет приятно, и вам. Я сейчас еще одну песню исполню и переоденусь. Студентов, когда принимаю, сразу спрашиваю, где работают родители? Потому что есть коммерческие, есть бюджетные места. Ну, естественно, богатым хочу в коммерческую, ну, простеньких бюджетных. Ну, вот такое у меня правило. Он мне говорит, кто родители, не знаю, как я с ней получится, говорит, я хочу быть счастливым. Жена адвокат, теща судья. Тесть – прокурор. Такая семья. Я говорю, он меня спрашивает, что со мной, как думаете? Я говорю, все, считай, что ты пожизненно получил.
семья. Ну, естественно, хорошая семья. И жена, как моя дочка. Вот, похоже, я накаркал. Вот это был хороший голос, прекрасный такой голос. Я думал, что он будет хорошим артистом. Что думаете? Год только выдержал. Не развелся. Он работает у сын. Итак, покажись. Илхам абай та бет. Илхам абай та булмаган тавыш бетмей ул дейді. Я понимаю. Если долго, то другое место не забоюсь. Да, последний год давай сам. Вообще, потихонечку мы тоже внедряем свои вкусы. Но я всегда говорю, что я самый лучший певец среди гонщиков и лучший гонщик среди певцов. Это он придумал. Уважаемые товарищи, граждане, как хотите, вы наши татарстанцы на сегодняшний день. И вот мне, я хочу передать слово самой лучшей защитнице ваших прав. А от имени себя, от имени депутатского корпуса, мне в этом году, к сожалению, я не смог его слушать. Я его каждый год слушаю на его концерте. Но я получил истинное удовольствие. Я думаю, вы тоже. Бигзур Рахмат и Сэмджик Саулар Бенгер. Дай Бог, ваши песни будут вечными. Дай Бог, чтобы ваши зрители, они тоже вас будут также любить. Чтобы мы на долгие годы были еще вашими любимыми публикой. От имени правления руководства хотел благодарственное письмо. И большой сувенир, который взял в руках. А вот такие концерты, что это, как отдушина или как бы просто времяпровождение там? Или... Я не скажу, как отдушина или как времяпровождение. Эти концерты, они дают людям какой-то стимул выйти на свободу побыстрее, как-то с цивилизацией, чтобы быть поближе, да, и более-менее быть, поближе к этому, ко всему, да и людей повидать, потому что я, как говорил, здесь люди сидят, потому что из 90-х годов, тоже 40 большие, есть у кого и по 25, и по 30 лет срока, вот, за совершенные преступления ранее отбывают наказание. И, им оно необходимо. Вот в том году приезжали тоже хорошие артисты, давали концерт. Вот в этом году Дюмин приезжали, вот тоже концерт давали, тоже хороший был очень, в мае было там. И сейчас вот Салават Абу приехал, тоже, чем чаще таких концертов, тем оно лучше и действует на осужденных положительно. Дело ведь в том, что, понятное дело, они преступления совершили. А важно то, что каким они отсюда выйдут. Наша цель, задача наша, чтобы ребята, освободившись, не повторяли повторные преступления, не совершали рецидив, чтобы остались на свободе, создавали семьи.